Значит, братья Бугровы угнали у нас поезд. Хорошее начало. Всем привет и добро пожаловать на прохождение Сайберии. А мы тут в новом доме с Юки. А сейчас пойдем, не знаю, Кейт, наверное, надо поймать лосось, но может не обязательно. Давай выйдем на улицу, посмотрим. Что такое? Look, just get in. Ого! Привет, медведь! Ничего себе встреча с медведем. Хе-хе. Прикольное начало. Чем лососем накормить его, что ли? Нет, ну это понятно. О, можно поглядеть. Во, ему можно дать лосося. Мишка явно хочет кушать. На, лосося мы поймали специально для тебя. Ха. Слушай, прикольно, ведь случайно все получилось. Че, не понравилось, что ли? Или он все уже съел? Ага. Значит, топором рыбёху пойдем поймаем. Кстати, матрешка. Они будут открывать? Нет, ничего. Я хотел посмотреть, если другие матрешки будут. Так, ну что ему? Красный лосось-то оранжевый. Поймать надо. Какой гурман, медведь, смотри. Медведь гурманчик. Это она ставит там, как будто для Юки, да? В затененных местах. А что надо для оранжевого? Наверное, что-то оранжевое. Давай посмотрим. Ну-ка, что у нас тут? Лиловый. У нас, подожди, какой, дай-ка посмотрю. Буду гадать, справочник рыболова. Эй, Кейт, стой, так делается. Оранжевый нам нужен, ну правильно все. Так. А какой леской, подожди, может написано? То есть не леска этой, какой надо ловить? Среда обитания. Водоемство, ну это понятно. Размеры 20-30 дюймов. Блин, можно в сантиметрах? Нельзя. Ну, 8 лет. Но затененные участки-то я понял. Вот, бурый медведь их кушает. Ну, это я понял. Блин, ладно, будем пробовать, короче. Я не понял, какую насадку надо. Как нет? Он же сейчас не съест, ну. Долловый. Юки покормить этим нельзя, конечно же, да? Или можно? Можно. Лиловый. Ну давай пока оранжевый у нас не появится, будут тебя кормить. Два.
Bet you couldn't wait to get your chops around that boy, huh? Bet you couldn't wait to get your chops around that boy, huh? Bet you couldn't wait to get your chops around that boy, huh? Так, подожди, а чем они питаются? Зеленый его ловить. Все, раз он дает предпочтение зеленым лягушкам, зеленый его ловить надо. Все. Наверное, я понял, слушай. Так, стой, насадка. Вот, такие, наверное. Или такие. Давай попробуем. Вот эту. Так, уже цвет немножко другой. Уже изменился окрас рыбки. Да, смотри, оранжевый. Все, я вижу, все. Мы решили этот квест. Оранжевый, все, отлично, 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 отлично. Было-то несложно, просто я вот думал еще в книжку заглянуть. Но заглянул в нее потом. Ладно, не страшно. Кормим медведя. Сейчас тут так прикольно, только три разные рыбы. И только если правильную насадку, тебе приплывет четвертый вид. Интересно сделали. Интересно. Эй, серый. Точнее, бурый. И мы приручим медведя, на нем сейчас поедем верхом. Он скажет: блин, все, хозяюшка, да это класс, это пища богов. Так, все, тогда можно выходить, я полагаю. Медведя мы отогнали, тут мы все поймали, делать нас больше нечего, я полагаю, да? Ага. И куда мы? О, туда, подожди. Куда-то шли, туда-сюда, не помню. А, нет, пошли туда. Теперь можно, наверное. Тогда мы не могли туда уйти. А, может, сейчас не можем, слушай. Да, Лойд, куда ты идешь? Ну, в своем уме, что ли? Там был медведь. Так, у нас есть топор. Понять не имею, если нам что-то надо рубить. Блин, музыка какая приятная, а здесь. Опа! Подожди, что-то было, что-то было. Давай. Нарубим себе мостов. Ха. Слушай, я бы даже не подумал, честно. Ничего себе. Тарзанка?
А, ну сюда. Стой, не надо ничего говорить. Прикольно. Прикольно. Давай, Юки, повторяй. Hey, Yuki, come back here. Ничего себе. Вот это он разогнался. Хотя по дереву well, бы. I'm definitely going to have difficulty going back on myself now. Слушай, это оказалось быстрее, чем я думал. Но снега не так много. Дистилляции нет. Ах, те следы остаются hey, какие-то. Слушай, Yuki прикольно. Boy, давай, Кейта, тоже беги, ну. Правильно все сделано. Он бежит на сюжет. У. Hey, Yuki, leave that bird alone. Мы тебя рыбы накормили такой. Чуть еще надо. В Хогвартс улетел, наверное, сов. That animal is a force of nature. И снег прекрати. Что это такое? Почему вы отключили снег? Сейчас буду залезать. Это что, Tomb Raider 3? Hey, Yuki, you naughty pup. How do you expect me to... What? Hey. Да нет, даже во втором было. О! Ах вы. Игорь и Иван. Hey, little Yuki, back to the train, quick! Я сначала не совсем понял, что это они украли поезд. You miss her, you goop. She's still there, and the pooch is on the loose. Fling another rock, and let's finish it off for good. Сначала не понял, а потом как понял? Кейт, может отойдешь оттуда? It's our ivory she's after. Your ivory, Igor. Quick! Grab that stone and zing! Go! Go! Зачем? Чё дурачки такие? Сейчас под жопу. По жопе тебя. Ни хрена. Что за экшон происходит? А вроде в квест играли. Да, Юки убежал, все. Полезли, значит. I can't get to that first foothold. It's much too high up. Так, я согласен. С топориком. Прикольно, она топорик использует как этот. Да ладно. Как ледоруб. I never thought I'd do this in my life. Блин, хотя бы два топора, чё? Одним, блин, это самое не очень как-то. Ёшкин. А всё? В смысле? А, она проверила на... Что ли, да? Блин, прикинь, я прокрутил колёсико мыши, думал, что мне сейчас поднимется гора. Что происходит, Кейт? Почему ты не можешь? Топор забыл, что ли, внизу? Чё он не лезет до выше? В чем дело? А, подожди, у нас что-то... А, мне ничего не взять, смотри, я ничего не могу. Может, мы топор заберем? Не, я не могу назад, я всё, я застрял на скале, нормально. Что ты предлагаешь? Что будем делать? А ты что предлагаешь? Ну я. Вот тебе на. Да. Кейт, это что такое? Делить. Блин, да я понял, что ты можешь слезть и чуть-чуть залезть, но... Блин, что это?
почему? Что происходит? То есть у меня все, мне кроме вот нажать, все. И дальше она не лезет. Какой ужас. А может я куда-то не туда ставлю руки? Ага, во, все, 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 понял. Понял, начинаю понимать. Нет, я думал так как-то сделать, но что-то ничего не это самое. Оказывается, надо было на нужную эту высоту слезть. Давай, ешь тяжело, а ты тут. Так, в сторону давай. Ну ты и скалолазка вообще. По тайге-то, да? Если мы в тайге сибирской. По тайге сибирской, ну по идее, да? Не тундра уж точно. Так, вбок. Не, я кайфую, я кайфую. Я ждал обычный какой-то не очень веселенький квест, когда вот еще в Стиме все четыре части взял. А оказалось, блин, с интересной историей и так далее. С интересными испытаниями. Со смыслом. Sorry, Marston, the fish got away. She's slippery. Listen, you have to understand, Mr. Marston. She's holding all the cards. And she's in cahoots with some of the locals. Kenton, you've put me in an extremely uncomfortable situation. Kate's family are getting anxious. Trouble is all our middle names if you don't bag the girl. This ain't no Manhattan turkey shoot, Mr. Marston. The only way forward is on horseback, across the snow. There's this village, and after that, there's nothing. She's gone off her nut. Oh, shit. Все, пропали мы в тайге, не надо нас искать. Нам хорошо и счастливо. У нас есть новая семья. Красиво. Хм, туда можно, туда можно. Блин. Блин, дэм, куда? Ну давай сюда, наверное, сюжетно. О, а, нет. Ну кто здесь приземлился? Кому можно помочь? О, Борис Харов Чаров. Прикольно. Чё себе? Все кнопки нажать нормально. О, радио. Сейчас запустим говорилку. Настроим канал как-нибудь. Хм. Достаточно даже только би. О. Нет. Ну, не важно куда. Не, мне нравится, что тут статичная цифра появилась прям. Так должно быть, наверное. Так, ладно, ставим так.
А, это ты, ё-моё. Hey, wake up! Это наш космонавт. А, окей, все нормально. Я сразу не понял, какой Борис, прикинь. По-латински русские имена читать не очень просто. Смотри, матрешечка. Нет. Смотри, бутылка водки. А, чего? А, пошли сюда. Вот так встреча. Не ожидал увидеть тебя. Так, туда можно вообще пойти? Так, должна подсказка какая-то быть, как радио включить. Юки, что там засел? Там поезд. Два видно. А. Ну, короче, надо будить Шаров. Вот он, Шаров. Вроде, да, был? Шаров. О. О, я могу сюда уйти. А, я же не знал. Опа. Опа. Ну, езжайте, да? О, они создали путь. Was on the back of that sled. I've got to find a way of getting back to the train quickly if I'm going to catch them. Чё, они украли что-то? Пошли туда. Train is really too far away. Значит, нельзя. Да и чё ж такое? Почему нельзя там? Подумай, что далеко. Добежали бы как-нибудь, ну. Ну чё такое? Тут хотя бы в этих сериях, понимаешь, превью можно нормально взять. Какая-то красивая атмосфера. Заснеженная, сказочная. А, вот здесь можно включить. Во, сейчас настроим канал 28. Так, 2. Нет. Подожди. Да подожди, блин. А-а-а, все легко и просто сейчас. Так, это на 0. Попробуем, а так. Такая-то. А, это меньше, это больше. Все. Все. Отлично. Ага. Так, здесь ничего не понятно. Пам-пам-пам. Ладно, пошли. О! Ничего. Пошли к самолету. Можно залезть. Может, что-то с антенной не так. Север-юг. Прикольно. По-русски даже. Появился восток-запад. Так, вот сейчас на север направляем. Куда нам надо направить-то? Западе. А, на востоке сейчас. То есть она вверх передвигает. На юг. Давай на запад сигнал направим. Хотя, наверное, на юг лучше. Ладно. Да. Давай на юг все-таки переведу. И поймаем какой сигнал с юга, посмотрим. Ну вот да, тут ловить сигнал. Или у самолета ловить сигнал. А, тут, наверное, что-то я должен увидеть сперва, да? Ничего нет. Подожди, я подбегу просто к самолету, посмотрю, что это изменит. Ну вот эти, наверное, 4 ни на что не влияют, да? Главное, вот канал 28 мы открыли. Же 28, не 20, да? 28. Идем на запад.
На север вряд ли. Но север мы тоже попробуем в последнюю очередь. Так, сейчас, значит, на двадцатке пробуем. Тут ничего не видно. Я все равно нажму. Буду нажимать. Или знаешь, что мне можно ввести? Я вот уже две серии прохожу, несмотря в прохождение. Пора уже как-то самому догадываться, да и так как-то приятнее. Но вот, когда я смотрел на прохождение, там сказали запомнить... Вот когда Ганс говорил, что отец уходит на фабрику в 7.15, надо запомнить это число. 7.15. О! О! Алло, он увидел. А что он увидел? Наш самолет? А что он видит сейчас? Что это значит? Так. Ах, хотя нет, при чем здесь? Почему 7.15, если... Если там у нас на корабле 20 или 20, ой, глупость я сказал, короче. Извиняйте. Пошли на самолет. Короче, в общем, сказали нам запомнить, да, то, что он говорил, отец ходит на фабрику в 7.15. Каждое утро. И надо запомнить вот цифру 7.15. Будем держать это в уме. Нет, 28 видно. Как будто дольше, да, держалась кнопка. Но все равно ничего. В общем, не знаю, я все, что можно здесь, подрубил. Может, это надо перевести вот так. Еще одну попыточку сделаю. Если не получится, то... В следующей серии уже продолжим. Как бы вот. Как бы радар видит, не знаю, поезд, наверное, не поезд. Ну а что дальше-то? А, может, надо пойти поговорить с Сережей. Ой, блин, Сережа, да какой Сережа? С Борисом. Но сделаем мы уже это в следующей серии, потому что, ну, сегодня уже я не успеваю сам. А пока что спасибо всем большое за просмотр, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.